Ну, на самом деле, не так разнообразно, как, может быть, многим кажется. Вчера у меня была фотосессия, наверное, многие могли видеть в Инстаграм, мы фотографировались с капитаном и с кубком. Сегодня было немножко попроще. Завтрак, собрание, обед, приезд на тренировку. Вот сейчас вот интервью. У других ребят тоже не особо насыщенные дни, в том плане, если их сравнивать с предыдущими годами, да, когда игроки выезжали на разные мероприятия, One Team или еще посещение каких-то там спортшкол, или опять же также мероприятий, интервью. Как я мог видеть, у Уилла и тренера сегодня была пресс-конференция. Так понемногу выцепляют игроков, и вот у кого-то интервью, у кого-то фотосессия. Полуфинал – это такой своеобразный финал, поэтому нужно подойти как, может быть, это будет громко сказано, как к последней игре, потому что ты не знаешь, что будет дальше, и нужно выложиться просто по полной и не думать, что может быть что-то дальше. Это те 40 минут, когда ты должен отдать всего себя и все, что у тебя есть внутри, оставить на паркете. Поэтому что можно сказать об Эфесе? Прекрасная команда, сбалансированная на протяжении второй части сезона, показывает прекрасный баскетбол. Эмоции не должны мешать самой игре, потому что чаще всего, и не только это финал четырех, но и в каких-то важных, серьезных играх, ты бывает, что можешь немножко перегореть, перенастроиться. Вот в этом плане, конечно, я думаю, что нужно подойти с холодной головой и горячим сердцем, да, как говорят. Поэтому обстановка такая менее напряженная в связи с тем, что все-таки ковидная ситуация и вот этого ажиотажа вокруг в виде болельщиков, когда ты едешь на арену или когда ты прибываешь на арену, вот эта шумиха вокруг, она все-таки немножко меньше, чем была. Вот поэтому, может быть, где-то здесь в этом плане и попроще. Мы должны в первую очередь проявить командное взаимодействие и командную защиту. Вот, потому что с любыми лидерами очень тяжело справляться один на один. И все-таки такие действия нужно оставлять именно командой, командной защитой. Подстраховкой, борьбой, маленькими с большими. Большие должны стараться успевать за маленькими. Вот, поэтому будет тяжело, интересно. Но мы настроены хорошо. First, we gotta have fun. You know, I think that everybody, you know, takes the Final Four very seriously. I don't think that nobody is just gonna come out and just enjoy the moment. I think they're gonna take the game very serious. But we gotta enjoy this, enjoy the task at hand, enjoy playing hard, enjoy hustling, enjoy fighting for each other. And I think that once we do all the little things, rebound, play hard, hustle, defend, I think that we'll be fine and we'll take care of business. Yeah, they're good players. You know, they're very good players, and they have experience, and they've been here before. But we have experience too. You know, with Will and Danny and guys like that. You know, we're very experienced as well. And you know, we just got to come out and do what we've been doing for the whole year. You know, we got to come out and play hard and just be aggressive. I think that when we're aggressive and when we're bringing the fight to the other team, I think that's when we're at our best. Well, I think that just. I look super calm, but inside I'm kind of, you know, smiling and enjoying it and trying to stay in the moment. But on the outside, I'm usually very calm. But inside, I'm just happy to be here. The final stage is the final stage. This semi-final is a final, actually, because that semi-final, if you win, it gives you the opportunity to go and defend the title. We know that FS is a very good team. It kind of gave us a wake-up call with this last loss. They have a lot of good and quality players and a great, great system and a great coach. And we need to give it all on court, play on, with a chip to the on the shoulders. And try to compete on the highest level, and this is how we are preparing. It was pretty good. Again, we have those new balls and new rims to get used to, you know. But as the practice was going close to the end, we were getting more loose, and we were getting used the balls and the rims, and players they feel comfortable. We have also shooting around tomorrow, just to get another touch. We're gonna go ready to go.